Всем привет! Мы, Time Trial, постоянно улучшаем наши серийные изделия и не стоим на месте. И сейчас вы увидите очередное наше серийное улучшение. Посмотрите, какой цвет у этого байтбота. Но это не самое главное. Главная изюминка заключается в том, что теперь сиденья типа Fishtron крепятся на байтбот, на его стандартные лик-тросы. Это стало возможным после того, как мы начали изготавливать пластиковые лик-пазы, которые устанавливаются непосредственно на сиденья из аэрдека. Ранее, если требовалось установить Fishtron, приходилось ставить специальную гребенку параллельно стандартному лик-тросу. Теперь же эта гребенка не нужна. Сиденья, установленные на лик-трос, можно очень легко двигать вперед-назад, устанавливать в желаемое место, переворачивать лицом по ходу движения, спиной по ходу движения, как угодно. Чтобы зафиксировать спинку, требуется только установка колечек вместе в посадке. Также эта система Lictros LicPass с мягкими сидушками типа Fishtron перекочевывает и на наши фишкаяки. Там, если вы помните, стояла гребенка. Теперь же здесь будет стоять Lictros, что позволит гораздо более удобно и гибко регулировать положение сидения. Thank you.